С отчетом выступили представители первичной партийной организации Махамбетского районного филиала партии «Нур Отан». Также на повестке дня были рассмотрены такие вопросы, как избрание председателя и заместителя первичной партии организации состава бюро, представление делегатов на 33-ю отчетно-выборную конференцию филиала партии, областную конференцию. Председателем первичной партии организации Аулдук Мадинет Үйе был назначен временно исполняющий обязанности акима села Махамбет Максот Баймишев, заместителем руководитель молодежного ресурсного центра Жандос Дюсембаев. На совещании, которое проходило через платформу Zoom и офлайн режиме, было отмечено, что они откликнулись на акцию «Без Бергемас». Также в филиале партии говорилось о реализации предвыборной программы «Путь времен. Достойная жизнь каждому гражданину», о современном рассмотрении обращений граждан. Сегодняшнее собрание прошло на должном уровне. Отчитались о проделанной работе, поделился планами на будущее, дал необходимые поручения. По ним будет проведена работа. Партия «Нур Отан» всегда с народом.